Всем привет из Зверят. Сегодня у нас ночной сюжет. Произошло опять непредвиденное, того, чего я не планировал. Я уже собрался спать и слышу на улице какой-то странный звук, шум. Ну, не понимаю, что происходит. Выбегаю на улицу, несмотря на то, что темно, но индюков видно. Одна индюшка, ну, как-то дергается очень странно, можно сказать, бьется в конвульсиях. Я подбегаю, думаю, может, там кто-то напал или еще что. Ну, я реально не понял, что произошло, тем более это уже второй случай за, наверное, 2 недели. Один раз я видел, как индюшки дрались, я об этом сюжет не снимал, в Инстаграме была информация. Индюшки дрались, я думаю, ну ладно, дерутся, фиг с ними. Вышел где-то минут через 10 на улицу, и смотрю, труп. Бошку ей, видимо, клюнули или что сделали, я не знаю. В общем, подрались, и трупак один. Ну, неприятно, но куда? 10 килограмм ущерба. Пришлось все это дело выкидывать. Потому что я даже собаке такую птицу как бы не даю никуда. Ну, я не знаю, куда ее девать. Там трупный яд и всякая прочая фигня, наверное. В этот раз я успел среагировать. Я подбежал, смотрю, она как бы еще живая, но уже вот такая, что-то голова кругом у нее. Я успел ее зарезать, спустить кровь. И дальше-то как быть? Время 10 час, и я спать хочу, ставить воду греть, это полчаса-час времени. В общем, я гонял мысли и себе даю такую установку: Сережа, делай что-нибудь, прими какое-нибудь решение. Нужно сейчас быстро, срочно решить, определиться, что ты будешь делать с этим делом. Какое же мною было принято решение? Если я ее оставлю, она отвердеет. Но я даже так никогда не делал. Я даже представить себе не могу, что с этой тушкой может быть, если я ее оставлю до утра. Думаю, что ничего хорошего с ней не будет, да? Щипать я ее тоже не могу. Это долго по времени. Ну, вообще, не хочу этим заниматься. Конечно, это реально, но заниматься я этим не хочу. И третий вариант, который ко мне тут же пришел в голову. Я решил, что... Да, ты как бы мог буквально... 5 минут спустя понести ущерб, там, я не знаю, сколько килограмм, 10, там, это 4000 рублей, но у тебя есть сейчас уже материал, с которым можно работать. Что я сейчас буду делать? Вот эта перекладина у меня, где я подвешиваю, ну, поросят, до кого, когда разделываю. Я решил, что мне удобно будет здесь ее подвесить. Я сниму с нее кожу вместе с пером сразу всю. Я ее потрошу, помою, может быть, разделаю на части и уберу в холодильник. А завтра мы, я не знаю, что там с этим Маша или так оставит, или, допустим, на фарш пропустит. Ну, то есть различные варианты готовки уже возможны. Самое главное, что я успел ее зарезать. Самое главное, что я успел спустить кровь. Ну, хоть какие-то плюсы. Ну, с другой стороны, зато я получу мясо индейки и хороший качественный фарш, допустим. Котлетки там рубленые или еще что-нибудь. Все, не буду я чесать языком. Я не буду терять времени, потому что я не знаю, сколько у меня это все займет. Ну, наблюдайте, что еще вам остается делать. Заточил ножик, острый как лезвие. Не знаю, что мне из этого получится, я делаю первый раз. Ну, что-нибудь должно получиться. Как это делать, я вообще даже не знаю.
пришлось срезать крылья, так как их, ну, там что-то снимать не было никакого резона, ничего с них. Сейчас я отрежу одну ногу и буду прямо тут потрошить. Думаю, что все будет пучком. Крайне неудобно потрошить вниз головой. Никогда так не делать. Сейчас мы посмотрим, убедимся, в каком состоянии печень, чтобы отпали все вопросы и у меня, и у вас, что это не какая-нибудь там болячка, а что все пучком. Салаты какие-то у меня пошли. Вот смотрим. Шикарная печень. Что случилось, непонятно. Пошел мыть индюшку, занесу в дом и там уже буду разделывать. Здесь пока приберусь. Ради интереса сейчас взвесим, посмотрим, сколько она у нас весит. Так, одной рукой не поднять было. Минус тазик где-то 500 грамм, ну 9 килограмм, без крыльев, без кожи. Вот такие ночные дела, всякие бывают случаи в жизни. Удалось, комары кусаются, жуть. Удалось спасти 9 килограмм. Диетического мяса. Завтра как раз приедет Татьяна Юрьевна. Походу будем есть шашлыки из индейки. Работа непростая. Вот один из способов я вам показал, как можно быстро, даже не знаю слово какое подобрать, разделать, наверное, все-таки, да? Разделать индюка, ощипать, ну, вернее, снять скальп, кожу, потрошить, разрезать. Все это делалось быстро, спонтанно, без всякой подготовки. И не думал о том, чтобы там под руку мне попадется, чтобы быстрее попалось, то взял быстрее, унес быстрее, 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 потому что время летит, время много, мне пора спать, завтра новый день. Сейчас, кстати, мы посмотрим, сколько это всего у меня отняло времени. Даже тут мне просто сообщение приходит, я хотел показать, вот так вот, 22:47. 45 минут, это с учетом полностью всей подготовки, съемки, помывки, уборки, разделки. В принципе, неплохо на одного индюка. В общем, все, дорогие мои. Если вам понравился данный сюжет, ставим лайк, подписываемся на канал. А я с вами на сегодня прощаюсь. Всем спасибо за внимание. Удачи. Пока-пока.